Резкая боль, как током. Штанга упала. Субмаксимальный вес, поэтому перерыв небольшой, второй неудачный подход. Бег, ну, на фоне боли, понятно, что сначала больно. Мысли в голове, надо добежать до конца. Вот все. Поэтому все, что пошло не так, все пошло именно так, как надо. Надо привыкать, учиться, бороться в любых ситуациях. Как сейчас по ощущениям дальше получится полноценно? Становую тягу можно делать в любом состоянии. На тумбочку прыгать, гантель 22 килограмма поднимать. Отжимания, как плечо даст. Поэтому я рассматриваю все как стандартная тренировочная программа. Но на максимальную скорость все будет окей. В этом году у нас прилично поменялась площадка, общая атмосфера. Очень хорошо, замечательно. В два раза лучше, три, в 100 раз. Намного лучше. Вы ездили CrossFit Games, сейчас, я так понимаю, на ИСПРОС были. Да. Вот вообще нашим турниром, в частности нашим, и вообще российским, в какую сторону надо двигаться? Или мы нормально смотримся на общем уровне? Мы двигаемся в правильном направлении, в нужном направлении мы двигаемся. Сейчас площадка замечательная, и ну, не в площадке дело, на самом деле, хотя это тоже имеет значение. Дело в количестве болельщиков, в уровне болельщиков, в вовлеченности болельщиков, в уровне атлетов. Мы идем в нужном направлении, в нужном направлении. Оснащенность, все, я думаю, у нас не хуже. Не хуже. Количество штанг там 100, у нас 80.